я Даша, сейчас я еду на работу, и ты отправляешься вместе со мной. Маленький кабинетик. Справа шкаф для верхней одежды, раковина. Слева рабочий стол, впереди холодильник. Напротив него столик с зеркалом. Ну, эти штуки такие, вроде ионизировать воздух в помещениях. Это чулан заодно. Вот. Таким образом выглядит моя работа, то есть открытое рабочее окно. База данных. Вот так стоит книжка. Я ее читаю. Сейчас у меня американские боги в процессе. Мой телефон старый. Симка. А симка корпоративная. Вот здесь обычно лежит телефон мой, на который я снимаю. Интернет корпоративный. Модем. Вот. В кабинете, слава богу, одна. Часть вообще в другом конце города. В общем, здорово.